Thank you.
плечах Ловена на боковом железнодорожном пути. Максимальное время перевозки. 1 час. У тебя есть металл на продажу? Хотите что-нибудь выпить? Хотите что-то купить?
Thank you.
Николай, здесь Олеся Рога. Директор хочет, чтобы ты их нашел и доставил в дом лесника Андрея. Это станет дополнительным доказательством мошенничества этого браконьера. Thank you.
Я слушал, у тебя есть для меня компромат на Николая. Эти оленьи рога принадлежали оленю с моей территории. Надеюсь, ты сделал все, что должен, чтобы этот браконьер больше здесь не появлялся. Отличная работа. Я рад, что ты с нами сотрудничаешь. У нас назначено собрание. Это очень важное собрание для нашей организации. Нам нужно принять ключевые решения, касающиеся нашего бизнеса. Мы понимаем, что подобные собрания привлекают нежелательное внимание, поэтому нам нужна твоя защита. Иди в дом Алексея. Он выдаст тебе необходимый запас патронов. Вагоны на станции Чахлова на боковом железнодорожном пути.